Меня зовут Дина Мордарь, я косметолог, специалист по аппаратной и лазерной косметологии, тренер компании Luminis и основатель студии косметологии. Пигментация является довольно-таки распространенной причиной сейчас у многих женщин. Это связано с тем, что мы начали с вами выезжать на отдых в другие страны, в тот климат, который для нас не свойствен. Плюс ко всему, зачастую причиной пигментации являются гормональные изменения, заболевания внутренних органов и гипоксия тканей. Все это приводит к тому, что пигментация образуется более ярко. Но образование пигментации – это всегда совокупность нескольких факторов. Женщинам очень важно выглядеть хорошо на публике, как с макияжем, так и без. Но пигментация обязывает женщину наносить макияж, плотным тональным кремом пытаться перекрыть пигментные пятна. В связи с этим, конечно же, ей трудно выходить на улицу без макияжа. И она ищет тональные крема с более плотной основой, пользуется интенсивным макияжем. Избавиться от пигментации сложно, потому что, как мы уже сказали, это совокупность нескольких факторов. И очень часто клиент, приходя к косметологу, к специалисту, пытается решить проблему исключительно топическими средствами, либо процедурами при помощи аппаратов. И клиент считает, что на этом, в принципе, его задача будет решена. На самом деле, мы знаем, что проблема заключается глубже. И ищем те сопутствующие причины, которые спровоцировали возникновение пигментации. Да, мы просим клиентов сдать анализы. Да, мы ищем причину во внутренних органах. Да, мы пытаемся установить ее истинное происхождение. И зачастую этот путь довольно-таки долгий. Он требует терпения и дисциплины от нашего пациента. В своей практике после назначения анализов и их рассмотрения мы применяем IPL-технологию, это аппаратная коррекция пигментных изменений кожи при помощи интенсивного импульсного света, и можем комбинировать их с профессиональными пилингами. Принцип работы технологии IPL заключается в том, что свет выборочно коагулирует меланин, то есть он коагулирует только тот меланин, который в избытке в коже уже образовался. Интенсивный импульсный свет или IPL коагулирует только меланиновое пятно, и при этом остальные ткани остаются нетравмированными, и мы безопасно сможем удалить пигментацию на лице любого типа, любого характера. Для нашей практики мы выбрали аппараты компании Luminis M22. Данное оборудование является самым современным и безопасным для удаления пигментации. Лечение пигментации требует хорошей дисциплины как от пациента, так и терпения от специалиста. Но комбинируя хорошую методику, профессиональное оборудование и богатый опыт специалиста, можно добиться прекрасных результатов в ее лечении и дефинитивном удалении.